Ну что, рассказывай. Как у тебя волосы покрашены? Вот так. Нравится тебе? Ну ты же знаешь, что я тебе сказал. Подстричь волосы. Я не подстригу волосы. Я тебе сказал, что ты в школу не пойдешь с ними, с такими. Почему? Мне нравится тебе, потому что... Потому что я переживаю. Что это ты с такими красивыми волосами пойдешь? А? Все повлюбляются в тебя, там что-то доделать. Не знаю, жениха выбирать. Жениха? Угу. Не рано ли ты за женихом начала думать? Уверена? Да, ты первый начал. Я? Я переживаю, поэтому надо, наверное, на лысо подстричь. Тебя как на лысо подстрижем, будешь неделю ходить. Чего? Неделю ходить будешь. Ну, значит, тогда вымыть надо волосы. Но не отмоются, в магазине сказали. В магазине сказали? Угу. А ты еще хотела какой цвет купить? Синий. Зачем? Фиолетовый. Зачем? Покрасить в три цвета. Как Харли Квинн? Угу. Да ты хитренькая. Да? Угу. Нравится тебе Харли Квинн? Угу. И волосы нравится красить. Угу. И ногти тоже. И краситься нравится. И тату делать тоже нравится. Кого делать? Тату делать. Ты прям модная, да? Mm-hmm. Может, ты еще на мотоцикле будешь ездить? А у тебя есть? Нет. Все в татухах такая, с разноцветными волосами. Да? Вкусное мороженое? Хочешь? Нет, спасибо. Кушайте.